Yep. Yani, Yani. Okay. Salim Breezy. Мне были конверсы, я хотел снять их. У нее был такой фетиш, она сказала оставь их. Девочек так много, я не успеваю отвечать им. Еду с Катей на пулпати, звоню Наде, хочешь с нами? Кстати, приготовь лед, перед тем как взять в рот. Она говорит стоп и не чувствует ног. Она лучше всех вас, ей не нужен мейкап. Она очень хочет водить мою дочку в детсад. Я влетаю в ее стенки, будто бы доска на рельсы. Я использую резину, чтобы оставаться свежим. Я останусь с нею ночью, она скажет всем об этом. Но если она не очень, я останусь с ней одетым. Я вставляю до конца, пока мне не видно света. Я рву обе эти вещи, киски и контракты лейбл. Если кто про нее спросит, я буду отрицать это. Это некто с улиц гетто, мое тело хочет секса, бэйба. Пропущенный номер, знакомые цифры, звонок на межгород, разговор быстрый. Ты еще меня помнишь? Встречный вопрос, киска. Скажи, я делал это медленно или быстро? Скажешь, ты помнишь, как я трахал тебя первый раз? Хочешь ли ты этого сейчас? Никогда не даю второй шанс. Это время не вернув ножа. Они быстренько, я сорвал их как дикий. Залил сливками и тити, она конкурент Ники. Я сказал ей быть тише, когда мы одни в лифте. Залезаем на крышу, она говорит сквирти. Мы шумели очень громко, они вызывали копов. У меня солидный хобот, но меня бы взяли в тот. Свой любой из моих хоми, скажу, что я не болен. Если она спалит в ссоре, то она уже мне звонит. Моя сука ходит топлес, я не видел ее в шмотах. Я готов поклясться богом, она лучше, чем на фото. Я кладу язык на горло, поместив руки на бедра. И она глотает, словно хочет оторвать мой орган. Она лезет вон из кожи, лишь бы выйти из френдзоны. Я проверю ее формы, как программа ревизора. Помешаю таблы в колу, ее перло по-любому. Теперь она хочет, чтобы мы сняли порно на айфон и хоми. Пропущенный номер, знакомые цифры, звонок на межгород, разговор быстрый. Ты еще меня помнишь? Встречный вопрос, киска. Скажи, я делал это медленно или быстро? Скажешь, ты помнишь, как я трахал тебя первый раз? Хочешь ли ты этого сейчас? Никогда не даю второй шанс. Это время не вернуть назад.